В течение почти двух дней макроэкономический календарь был совершенно пустым. Это было использовано участниками рынка для подготовки к тому валу статистических данных, который обрушится на рынок с открытием американской сессии. И главным событием станет публикация итоговых данных по ВВП США за первый квартал. Тем более, что данные могут оказаться немного хуже предварительной оценки, показавшей снижение ВВП на 4,8%. Ожидается, что по итогам первого квартала американская экономика все же потеряла 5%. И хотя подобные новости явно относятся к категории исключительно негативных, они вряд ли смогут серьезно сказаться на настроениях инвесторов. Участники рынка давно знают о серьезных экономических потерях, да и предварительные оценки ими также уже учтены и заложены в стоимость доллара. Итоговые же данные, по сути дела, ничего не меняют, а лишь немного уточняют масштабы спада. Хотя перед публикацией этих данных логично ожидать как раз ослабления доллара. Но кроме данных по ВВП публикуются еще и другие данные, которые могут как раз способствовать укреплению доллара. Во-первых, это заказы на товары длительного пользования, которые должны показать рост на 8,5%. После двух месяцев неуклонного спада столь стремительный рост может внушить оптимизм и уверенность в будущем. Тем более, что заказы являются опережающим показателем для розничных продаж и промышленного производства. Так что, если прогнозы подтвердятся, то это будет говорить о начале восстановления потребительской активности, являющейся главной движущей силой американской экономики. Также должна сохраниться положительная динамика изменения заявок на пособие по безработице. Конечно, сами значения продолжают оставаться невероятно высокими, но сокращение числа как первичных, так и повторных заявок носит сугубо положительный характер. Таким образом, ослабление доллара на фоне данных по ВВП вряд ли будет долгим. Оно почти сразу же сменится укреплением доллара, который по итогам дня может заметно улучшить свои позиции. Минувший торговый день для пары евро-доллар был выражен нисходящим ходом, где за время проведенное в застое между значениями 1.13.20 и 1.13.50 было аккумулировано достаточное количество коротких позиций, что в итоге привело к восстановительному процессу относительно более раннего коррекционного движения. Большая часть пути пройдена, что означает до точки опоры в виде диапазонного уровня 1.1180 осталось немного, и это вдохновляет последователей нисходящего развития, ведь шанс увидеть такие значения, как 1.1080 и 1.1020 является перспективой в будущем. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что нисходящий настрой по-прежнему сохраняется на рынке, что ведет за собой обновление переменных точек опоры. Удержание заданного хода в итоге вернет котировку к точке начала коррекции. Имеется в виду диапазонный уровень 1.1180, после чего станет ясно, насколько масштабный нисходящий настрой на рынке, так как перспектива снижения не ограничивается уровнем 1.1180. Можно предположить, что нисходящий настрой в итоге приведет котировку к району 1.11.80, где возникнет замедление и возможный откат. Последующие короткие операции возникнут уже после фиксации цены ниже, чем на отметке 1.1165. Для пары фунт-доллар минувший торговый день прошел на волне восстановительного процесса, где участниками рынка была отыграна половина всего коррекционного хода от зеркального уровня 1.2350. Разбирая детально имеющиеся колебания, можно увидеть, что катализатором коротких позиций стал район 1.2520-1.2540, где за день до восстановления возникло замедление. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебания цены в пределах значения 1.24.2.0, где был образован локальный отскок в сторону отметки 1.24.55. Развитие котировки будет придерживаться диапазона 1.21.50, 1.23.50, 1.26.20, где в данном случае идет рассмотрение именно нисходящего хода. Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже, чем 1,24,20, нам откроется путь в направлении зеркального уровня 1.2350. Вы смотрели финансовые новости на канале Инста Тв. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.